Передаем всем привет. О, они... В это кри... Ой, у тебя что в руке соска? Ну ладно. Давай. Дай. 3-4. Давай, 3-4. И пускай капает, 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 на-на-на-на-на-на-на. Иду к тебе. И пускай с неба капает, капает, капает. Что? Закрыто. Сейчас. Давай. Нет. Да она хочет в машину. Заходите. Вот такая требовательная. Ну, давай, идем. Давай, папа. Мы уезжаем. Ночь на дворе. Мы поехали в клуб. С бутылкой вместе на машине. Она у нас всегда стоит, когда мы ездим. Мало ли что-нибудь понадобится по дороге. Пока, Мартын, мы в клуб. У меня пончик недоеденный со вчерашнего дня вот лежит. Мой любимый розовый с глазурью. Вот, сейчас акция капучино по 30 рублей. 0,2. Какая суета. Суета в Макдональдсе. Это не мне. Вот эти вот котлеты двойные. Рекламируют сейчас. Но я котлеты не ем. Биг Мак. Да, я вот жду уже минуты 3. Там девушка, по-моему, ушла уже. Ушла уже за капучино. Видите, какие все приветливые. Мне уже помочь хотят. Я дарю себе вот этот зеленый букет салата дуболистного. Это мне. Еще взяла лен коричневый по 37 рублей. Здоровое питание никто не отменял. Если его перемолоть, получается прекрасная витаминная добавка. Ой, держись. Алис, это наклейки.
наклейки декоративные. На день рождения. Да, чтобы ты сама наклеила в свою комнату. Вот, тут целая коллекция их оказывается. Чтобы ты не сдирала... Чтобы ты не сдирала обои, а клеила. Так, вот посмотри. Тут есть жирафик. Что такое за радость? Тебе нравится? Для... Ку-ку. Кто там спрятал? Ку-ку. Ку-ку. Кто там? Кто там? Ты? Алис, ты научилась уже читать, писать и ходить в школу? Как нет? Тебе же уже 1 год и 7 месяцев. А на стол хотя бы научилась залазить? Ну, почти. Только как это тебе пригодится, не знаю. Ну, зачем ты? Ты только научилась в розетку совать руки. Лис, это тебе не понадобится, точно. Кола, привет. Хочешь дошираку? Так. Здесь где-то должна быть жареная... Ой! Камера. Осторожно, а тут пар идет. Что у нас на ужин? На ужин у нас печеная дольками картошка. Вкусно. Чайник закипел. Шум такой, как на АСМР можно видео снимать. Это когда приятные звуки. Завариваю вот это кофе. Не знаю, какой, они все одинаковые. Горькие очень. Надо еще сахару добавить. А с молока. И на этом мой ужин будет закончен. Чуть-чуть того. И получается, отсюда все жиры берутся. О, а что у нас в холодильнике? Капуста. Квашеная морковка, соус. Это все для шавермы. Скоро будем делать... Сами шаверму. Покупать надоело, решили приготовить. Еще там лаваш есть. В холодильнике где-то. Может, он уже и зацвел. Давно покупали. Но так или иначе, шаверма будет готова. Вот уже начинка есть. Ну все, давайте. Пойду нырять в ванну. С крещением всех. Вечерний кофе. Почему нырять в ванну я пойду? Потому что в этот день, сегодня, с 19 по 20, везде течет святая вода. Хоть в кране, хоть еще где-нибудь. Ну, для православных. Потому что они в это верят. Не знаю, не проверяла, но говорят такое, что можно окунуться даже и в ванну. Будет тоже оздоровительный эффект. А у нас проруби не замерзли. Плюсовая температура. В Модисе скидки. Везде скидки. В детском мире скидки. Купила себе новый пухик. Ценник. Демонстрирую. В начале зимы стоил 5000. А сейчас 1500. Прикиньте, какие... А, вот. Фирма Модис. Куртка на синтепоне. Я всегда покупаю в конце зимы, потому что их уценяют практически в 2 раза. Вот такой пуховик стандартный. Зеленого цвета. А у Алисы испортился режим.
Чтобы не снимать детский контент, я показываю ее задницу. И колготки с котятами. Так, значит, мы теперь стали ложиться в 4 часа утра. Так после Нового года началось, так и продолжается. Спим часов до 2-3, потом, естественно. А ложимся рано утром. Какие последствия праздников? Обратите внимание на картину. Последние тенденции этого года. Картина должна висеть вверх ногами. А это жопа. Номер 2. Поза йоги. Переворотыш. Называется песочные часы. Вверх ногами.